На какой спектакль вы сейчас ходили? На «Бешеные деньги». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Понравилось все. Спектакль был потрясающий. Телять – это просто безумно. Вообще, игра актеров бесподобна была. Нам понравилось все, мы довольны. Мы уже второй раз сюда приходим, но будем еще третий. А на каких местах вы сидели и как вам было видно? Мы сидели в амфитеатре в спа-центре, видно было замечательно. А могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Конечно, конечно. И чем больше молодежи будет ходить, тем лучше. Вот им надо смотреть такие вещи.